Ульяновские сельскохозяйственники не остались в стороне от общественных трендов и провели аграрный диктант. Подобный формат тестирования проводится в регионе впервые. Накануне около 800 участников взяли в руки ручки и проверили свои знания по сельскому хозяйству. Целью аграрного диктанта является привлечение внимания к вопросам развития аграрного производства, вопросам вообще развития комплексного развития сельских территорий в целом, не только аграрного производства. А вот основная базовая площадка находится у нас сегодня здесь, в аграрном опорном вузе. Среди участников – студенты вуза, фермеры, кооператоры, сотрудники профильных структур. Диктант состоял из трех блоков вопросов в тестовом формате. Первая часть диктанта была посвящена истории развития регионального сектора экономики. Вторая – мерам поддержки аграриев. В третьем блоке говорилось о модернизации отрасли. Не обошлось и без забавных вопросов из разряда «Какие овощи необходимо добавить в борщ?». Нам самим интересно узнать, где-то, может быть, мы не дорабатываем. Может быть, студенты не так хорошо знают о мерах поддержки, которые есть на уровне федерального центра и регионального центра. И здесь мы даже можем скорректировать свой учебный процесс. Стабильная отрасль экономики, которая в условиях импортозамещения показывает неплохие темпы развития. Эту мысль старались донести организаторы до молодежи участников. Диктант написали во всех районах области на 18 площадках. 10 из них организовали на базе техникумов. Вопросы мне понравились, причем даже если вопрос, который ты не знаешь, хочется вот прям поподробнее узнать. Всего в аграрном диктанте приняли участие около 800 человек. Самому молодому участнику оказалось 12 лет. В Ульяновске надеются, что подобную инициативу поддержат в других регионах России. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.